Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Виталий Новиков, и сегодня я хочу пригласить вас на мой класс по работе с возражениями. Он будет хорошим продолжением к классу по продажам и по коммуникациям. Если для вас важна коммуникация, если для вас важны продажи, если вы упираетесь в работе с клиентом, если хотите быть в этом лучшим, если вы хотите быть в этом сильны, вам будет очень полезен класс по работе с возражением. На этом классе мы разберемся, что такое возражение, какие они бывают, что не является возражением и как работать с возражением. Посмотрим три группы способов. Работа по формуле. Прям разберем разные возражения. Возьмем коллекцию классических возражений и прогоним по формуле разные. Я дам вам разные варианты работы. Возьмем группу ситуативных способов работы с возражениями, целую дюжину, и каждый разберем. По каждому будут примеры. Увидите, как можно работать разными способами с разными возражениями. Приведу конкретные примеры. Покажу, как я работаю с возражением. Наконец, простой способ работы с возражением тоже разберем. И в конце бонус. Два сильных способа работы с возражениями от очень сильных продавцов. От тех, кто продавал мне, у кого я заметил эти способы, подхватил и теперь делюсь с вами. Если вы чувствуете, что это то, что вам нужно, если вам нужен результат в работе с клиентами, если вам нужен результат в коммуникации, если вы хотите быть сильным в продажах, то, конечно же, вы должны посмотреть класс по работе с возражением. Это будет для вас полезно. Очень на это надеюсь. Счастливо! С вами был Виталий Новиков. До встречи!